Всем привет, дорогие зрители! Нашел двухкомнатную квартиру в районе Махмутвар, недалеко от моря. Под ключ, по очень хорошей цене, с инфраструктурой. Много не буду говорить. Значит, дорогие зрители, у нас здесь бассейн 20 метров в длину. Тут беседка, зона барбекю. Тут детская игровая площадка. Здесь у нас фитнес-зал и теннисный стол. Так, в этой стороне сауна. Вот такая сауна. И турецкая баня. Хамам. Здесь санузлы, душевые кабинки. У нас снаружи есть открытая парковка. Два лифта тут у нас. Так. Здесь у нас велосипеды. Тут открытая парковка. В той стороне у нас маркеты, рестораны. Улица Барбаросса у нас в той стороне, также море. Поднимемся на средний этаж этого проекта. Такой вот просторный лифт у нас. На этаже у нас 4 квартиры. Такая прихожая. Сразу покажу санузел, то есть спальню. Покажем спальню. Просторная спальня, не маленькая. Квартира брутто 70 квадратных метров. Жилая площадь 52 квадратных метра. Кондиционер фирмы Бека. Закрываем дверь, ключ, свет вроде. Здесь вот такой санузел, стиральная машинка тоже фирма Бека. Вот такая кухня, розовая, с черно-белым цветом. Холодильник у нас фирмы Altus. Телевизор фирмы Philips. Включим освещение. Вот такая гостиная, комната совмещенная с кухней. Очень просторный балкон. Сторона восточная. Можно застеклить, будет как 2+1. Дорогие зрители, айда тут 170 лир. Угу. Так. Дорогие зрители, цена этой квартиры 56 500 евро. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте, нам это очень важно. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем желаю радости, добра, процветания, сладких снов. По ночам. Всем пока-пока.